Здравствуйте, друзья! За окном зима. Декабрь в этом году у нас очень снежный, местами морозный. Когда я начинала эти съемки, например, за окном у нас было минус 15. А сейчас вот теперь на окне цветение орхидеи набирает обороты. И посмотрим сегодня, что цветет в моем саду. Обзор будет небольшим, но довольно красочным. Начну я в этот раз, конечно, с котлей. И сразу похвастаюсь своей петинарой Хауян Gold которая в этом году у меня просто королева красоты. Вот такое потрясающее цветение у нее в этом декабре. Я просто в восторге. Всего пять цветов у нее на двух бульбах. Но так как цветы крупные и такие яркие, то вид просто фантастический. Спешу поскорее заснять ее в начале цветения, потому что уже через неделю цветы станут темнеть, приобретут более густой оттенок, а в конце сделаются почти оранжевыми. А мне очень нравится ее окраска именно в начале. Днем она благоухает, запах приятный, такой сладковатый с цитрусовыми нотками. Год назад, в прошлом декабре, эта котлея собралась было процвести и уже практически раскрыла бутоны, как вдруг цветы, не до конца раскрывшись, увяли. И цветение тогда так и не состоялось. Что тогда произошло, я точно не зафиксировала. Скорее всего, при очередных съемках я просто задела и повредила цветонос. Вообще она может свести и чаще, чем раз в год, но в этот раз она у меня, видимо, решила в течение года поднакопить побольше сил, и вот так шикарно зацвела сейчас. И на моем зацветающем окне она в данный момент безусловная фаворитка. А рядом цветет очаровательная мини-котлея Angel Kiss. Два цветочка у нее, и вместе с предыдущей они, хотя и выглядят как словно моська. Но сочетание этих цветов образует в общем букете такой яркий цветовой акцент. Специально держу их рядом, чтобы это сочетание лучше бросалось в глаза. Эта малышка тоже пахнет. Какой-то парфюмерный аромат у нее. Когда-то давно она пришла ко мне в сильно обезвоженном состоянии. Вот видно старый ее лист, оставшийся еще с той поры. Он так и остался сморщенным. И мне пришлось долго восстанавливать ее фактически начинать все сначала. По листикам можно проследить, как это происходило. Началось все опять с самого маленького листочка. И дальше они, как и положено, нарастали лесенкой. Каждая новая псевдобульба была крупнее предыдущей. И вот сейчас, наконец, она вошла в свой полный размер. Кстати, очень хорошо прижился когда-то подсаженный на поверхность грунта мух. Они вполне благополучно сосуществуют вместе. Котлейка пережила уже несколько пересадок, это второе ее цветение у меня. Первое было совсем хилым, один какой-то недоразвитый цветочек тогда раскрылся. Вот нашла старые съемки этого цветения. Там видны еще первые пожеванные листья, с которыми она пришла ко мне. Впоследствии при пересадке я эти листья и бульбы удалила. А сейчас вот цветение уже вполне полноценное, хотя еще пока нельзя сказать, чтобы особенно обильное. Это настоящая мини-котле, размер ее листа от 5 до 7 сантиметров. Ну а цветочки, конечно, мельче, чем у предыдущей, но крупнее, чем у следующей. А следующий – это один из моих безымянных гибридов, поделенных этой весной. У меня неожиданно оказались целых две ее деленки, и обе они сейчас зацвели. Эта котлея образует довольно компактный куст, но компактный не в смысле размера ботвы, листья у нее среднего размера, а в том смысле, что у нее короткая ризома. И со временем куст не расползается в разные стороны, а образует такую плотную куртинку. Кроме того, она отращивает за лето обычно довольно много новых псевдобульб, больше, чем другие котлеи в среднем, и все они в конце осени дружно зацветают. Поэтому это еще и самая обильно цветущая моя котлея. И хотя каждый отдельно взятый ее цветочек меньше, чем у предыдущей Angel Kiss, цветение ее это тоже очень эффектное зрелище. Но в этом году, понятное дело, цветение пока нельзя назвать пышным. Зеленая масса еще недостаточно наросла. Бросовола на доза отцветает. По ночам она благоухает уже не так сильно. Цветочки ее постепенно увядают и отваливаются. Продолжает цвести зеленка золотого павлина. Тут тоже пока только три цветочка. Ждем, когда растение опять войдет в полную силу. Ну, еще некоторые котлейки стоят с бутонами. Их цветение будет в следующих видео. Теперь от котлей перейду к другим группам орхидей. Начинает распускаться мой белый классический анцидиум твинкл. Вот раскрылся первый его цветонос. Ну, а вот раскрываются и следующие. Всего их у него 10. В этом году он у меня такой особенно раскидистый, целый фонтан мелких молочно-белых цветочков. Пожалуй, это самое обильное его цветение за все время жизни у меня. Пахнет ванилином, довольно сильный кондитерский аромат у него. Продолжает цветение бургера Нелли Айлер Swiss Orange Beauty. Она также благоухает дневные часы, перебивая своим запахом все остальные ароматы, которых в это время года на моем подоконнике немало. Пахнут все котли, цимбидиум, дендробиум, микрочип, которого я уже показывала. Так как он цветет несколько месяцев, то обычно мелькает у меня в нескольких обзорах подряд. Ну и начинает цветение дендробиум бериода. Сначала распустилась парочка цветоносов на кейках, ну а сейчас подрастает следующая группа цветоносов. И когда он зацветет, то именно он станет главным дневным ароматизатором воздуха на моем окне. Цветут Дендрофленопсис, это Таиланд Блэк, тоже был поделен весной, и обе его части сейчас цветочками. А это Блю Хэппинес, у него один цветонос, очень люблю этот цвет, когда в коллекции распускается что-нибудь фиолетово-сиреневое, это как-то, на мой взгляд, сразу оживляет цветовую гамму, делает ее наиболее яркой и разнообразной. Еще раз покажу своего красавчика. Это желтый лимонный цимбидиум. Он продолжает цветение. Цветонос один, но очень качественный. Вообще, меня иногда посещает мысль оставить в своей коллекции только цимбы, котли и башмачки. Те орхидеи, которые меня интересуют больше всего, и те, которым у меня нравятся. Они, судя по внешнему виду, чувствуют себя хорошо, регулярно цветут и радуют меня. Два башмачка у меня на данный момент стоят с цветами. Это неизменный Мауди. Я показывала его в прошлом своем ролике. Он всегда хороший. А это Пафеопедилум лианум. Такой вот симпатичный башмачок. В этом году у него всего один цветок. А распустился он немного раньше обычного. До этого цвел ближе к январю-февралю. Он отращивает еще парочку новых розеток. Не исключено, что может зацвести и на них вскоре. У моих орхидей постепенно показываются все новые бутоны, цветения впереди. Ну, а напоследок немного зимних кадров. С наступлением морозов из леса прилетают к нам снегири. Они выбирают те места, где есть корм. И в данном случае это семена клена генала. Уже который день на этом кустарнике пасется эта нарядная троица. Их совершенно не смущает проезжающие мимо машины и проходящие совсем неподалеку люди. Вот, решила попробовать заснять этих красавцев. Немного далековато, поэтому получилось, конечно, не совсем четко. Но вообще очень интересно наблюдать за этими классными птичками, как они, словно акробаты, зависают низ головой, чтобы достать кленовые носики. И как они ловко потрошат их. Такие они яркие и красивые, особенно в солнечных лучах на фоне голубого зимнего неба. И на этом сегодня все. До новых встреч, дорогие друзья.